Сейчас только растопили баню, пока баня топится, покажу быстрый способ, как запарить веники. Они будут обалденно легкие и прям не перемоченные. Берем целлофановый пакет, но лучше два пакета. У меня, к сожалению, только один. И сами веники. Веники окунаем в холодную воду, просто чтобы их смочить. И ложим их в пакет. С дубовыми делаем то же самое. В пакет добавляем еще немножко водички. Выгоняем из пакета весь воздух. Завязываем его. И оставляем на полке на час-полтора.